Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографией. Майкл Уайс, художник, наиболее известный своими пышными пейзажами и скульптурным использованием масел. Его подход к изобразительному искусству основан на импрессионизме и абстрактном дизайне с размашистым почерком и широким использованием мастихина. В результате получилась картина, наполненная движением и энергией, богатая цветом, текстурой и отчетливым трехмерным ощущением, которое затягивает зрителя глубоко в нарисованное изображение. Все данные я нашел в интернете, их не очень много, но вот то, что есть, я зачитываю. Майкл начал свою профессиональную карьеру в финансовой индустрии в качестве биржевого маклера, но с детства у него была страсть к искусству. Майкл приписывает большую часть этой страсти своему деду, художнику, который создавал смелые объемные картины с пейзажами и дикими животными, которые очаровывали его с детства. Живет на острове Уитби, недалеко от Сиэтла, где рисует и преподает в старом сарае на территории семейного поместья, которое он переоборудовал в современную студию. Ему нравится рисовать и преподавать живопись маслом на мастер-классах, в студии и на пленэре. Майкл, несомненно, блестящий импрессионист. Его динамичная манера письма, свежее и неограниченное нанесение красок в сочетании со сверхъестественной способностью создавать ощущение реализма делают его картины просто изысканными. Так написано в журнале American Art Collection Magazine за июнь 2017 года. Мастер цвета и манеры письма Майкл достигает ясности и глубины с помощью густых мазков на фоне темных линейных мазков. Он полностью контролирует свою среду, давая зрителям ощущение полной свободы. Учился у нескольких выдающихся художников, учился у своих современников и является страстным учеником старых мастеров. Получил бронзовую медаль на национальной выставке в 2015 году, награду за выдающиеся достижения на западной региональной выставке в 2016. Ну вот так вкратце о Майкл Уайс, художнике, который наиболее известен своими пышными пейзажами и скульптурным использованием масел. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.